Одно из главных пожеланий наших героев для места отдыха – близость к дому. Значит, это может быть как беседка, так и открытая веранда, либо терраса. По задумке дизайнера, будущая постройка будет немного приподнята над землей. Мы решили, что воплотить эту идею проще всего с фундаментом на винтовых сваях. По разметке начинаем вкручивать сваи. Обязательно по уровню. Затем обрезаем каждую сваю и заполняем раствором. Завершающий этап – приваривание оголовков. Они послужат основой для обвязки. Собираем нижнюю обвязку и укладываем лаги. Внутри сооружаем отдельный каркас под кирпичную кладку. Основой каркаса беседки будут металлические трубы. Почему металл, а не дерево? Потому что в этой беседке весьма своеобразные стены. К металлическим трубам привариваем узкие металлические пластины. Основа готова. Что же за конструкция будет здесь выстраиваться? Представьте себе вместо стен морские волны и паруса, наполненные ветром. Теперь здесь появилась беседка в морском стиле. Волны бушуют и на стене дома, и внутри беседки, где скрывается подводное царство с кораллами и кораблями. При этом коралловый риф с пестрыми рыбками оказывается удобным диваном со столиком. А лодки – это великолепный шкаф и столик.